Каждую ночь ваш мозг проходит через несколько циклов сна. Каждый цикл начинается с фазы легкого сна, потом вы переходите в фазу глубокого сна, потом вы видите сновидение и возвращаетесь к легкому сну. Каждый такой цикл длится примерно 90 минут, и вы чувствуете себя выспавшимся, если проснетесь в конце цикла, потому что это состояние ближе всего к бодрствованию. Чтобы увеличить вероятность проснуться в нужный момент, определите, когда вам нужно вставать, и отсчитайте время назад 90-минутными блоками, чтобы понять, когда нужно заснуть. Представим, что вам нужно встать в 8 утра. Отсчитываем время назад по 90 минут, вот так. Так что лечь спать вам нужно примерно в 11 или половину первого ночи. Так что если хотите просыпаться выспавшимся, следуйте правилу 90 минут.